Шалом, шалом! И с вами я, Леви Харпатин, молодой спикер платформы Вайкра. И это наша с вами рубрика «Мудрость Торы на каждый день». Внутренний священник. Далее Всевышний говорит о том, что очень важно, чтобы среди сынов Израиля был священник, чтобы он зажигал светильник, а далее, чтобы он правильно одевался и давал пример людям. Всевышний начинает объяснять, для чего нужен священник среди народов Израиля. Во-первых, чтобы сохранять божественность, чтобы показывать, как духовность может быть связана в материальность, чтобы эта коллаборация давала добро, счастье, успех и богатство, чтобы он был примером. Далее Всевышний объясняет: я не ставлю священника вместо ангелов и не ставлю ангелов вместо священников. Никто не выше и не ниже. Ангелы выполняют работу, которую я им посылаю с небес, то есть с Ганейдена и из более духовных вещей. А священники — это те же ангелы на земле. Чем все это похоже? Тем, что за всем этим стоит Всевышний, и помыслы его чисты. Такие же помыслы должны быть у нас. Давайте сохраним божественность, чтобы у нас у каждого внутри был собственный священник. Браха вецляха, агутавот. Хорошей недели.